обращается к организатору перевозок местному с претензией, говорит, что я так и так был, телефон мой номер такой-то, у меня там подключен мобильный билет. На стороне перевозчика достаточно информации для того, чтобы проверить то, что клиент с таким номером телефона и соответствующим билетом был в конечном транспортной единице в тот период времени. Потому что проезд по тому телефону зафиксирован на стороне валидатора транспортного. Спасибо, я вопрос понял. Очень жаль, что не хотите в наш банк, у нас очень хороший банк. Но для наших клиентов наличие отношений с МТС-банком абсолютно не обязательно. У вас должны быть отношения с кем-либо из операторов связи. Они у вас есть, если у вас есть сим-карта. У вас есть там баланс, эти деньги принадлежат, являются авансом вашим, который вы внесли в счет оказания будущих услуг связи. И они находятся на расчетном счету оператора связи. Чтобы эти деньги дошли переводчику, операторы и интеграторы привлекают банки-партнеры. Эти банки-партнеры – это просто банки, которые определяются, ну, по сути, скоростью своей работы, готовностью принимать определенные риски, ну, и экономическими соображениями. В этом случае, да, клиент не принимает никакого решения о том, какой банк он выбирает. Так, в частности, у нас в Новосибирске работает вывод денег через МТС-банк, как перевозчику в Казани через банк Таврический. Но для клиента от этого сервиса с банком-партнером не возникает, он даже о нем, скорее всего, не догадывается. Для него полное однозначное понимание того, что деньги уходят с баланса телефона клиента. Вопрос вот такого порядка. Вот вы обмолвились, что предприятие, перевозчик или организатор перевода, как бы информацию и деньги имеет сразу. Но, насколько я помню из вашего выступления, деньги находятся на балансе. И предприятие-перевозчик понятия не имеет, как эти деньги будет расходовать конкретный клиент. В отличие от другой любой системы, понимаете, да? То есть получается, все, кто принимает в этом проекте участие, информации не имеют о предоплаченном услуге, понимаете, да? То есть, как можно снизить стоимость билета, если деньги находятся у вас, а не у перевозчика? Сейчас поясню. Берем какую-нибудь систему с транспортной картой. Да, например, ну, мне ближе всего московская. Я иду в кассу, покупаю за 1200 рублей билет на 60 поездок. И эти 60 поездок я могу использовать либо в наземном транспорте, либо в подземном, но деньги фактически уже в перевозчике. В нашем случае получается похожая история. Клиент, когда соглашается на активацию сервиса, с его баланса в этот момент списывается 100 рублей. И эти 100 рублей через банк уходят перевозчику, к тому же метрополитену, и лежат там. А в ответ
для метрополитен, дает нам билет на 100 единиц. То есть система абсолютно идентична. А впоследствии, когда клиент пользуется сервисом, он подносит свой телефон к валидаторам, к турникетам, и с этих 100 единиц снимается баланс, соответствующий стоимости проезда в этом конкретном виде транспорта. И как только он доходит до критического порога, происходит автоматическое пополнение вот этого транспортного баланса. То есть деньги то зачисляются в сторону перевозчика. Чтобы подключиться, да. Последующим веком. Все верно. Будет. Блокировки по услуге связи никак не влияют на предоставление этого сервиса. А при постоплатной системе, к сожалению, сервис недоступен.